Я благодарен за помощь, Джефферсон. Я знаю, что ты потерял. В моем мире погибла моя любимая и две дочки. И жизнь уже никогда не станет лучше. Понимаю. Этот флэш с Земли 90 был похож на моего отца, Генри Аллена. Упорного человека. Он пробыл многие годы в тюрьме за убийство моей мамы, в котором был виновен один из моих противников. Но он никогда не терял своего света. И в такие моменты я беру пример с него. Мой отец, Элвин Пирс, тоже был хорошим человеком, репортером. Всю свою жизнь проливал свет на тьму. Его убили, когда мне было 12. Но я продолжаю хранить переданные им знания. Научил своих дочерей. Девочки. В общем, я понимаю. Слушай, я знаю, что Генри и Элвин слабаков не растили. Мы должны пронести их память, ярость, не дав погаснуть свету своему. Дилан Томас. Ну, хорошо, Флэш. Я Барри. Барри Аллен. Джефферсон Пирс. Шеф, музычку? Go give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am.